Хроматография – это метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на различиях в скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз. Лаборатория хроматографии. Ее назначение – контроль действующих веществ, пестицидов в сырье, в технологических продуктах и обязательный контроль готовой продукции. Содержание действующих веществ, пестицидов в лаборатории определяется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии. Лаборатория обеспечена высокочувствительными приборами. Приборы представлены у нас линейкой фирмы Shimadzu, Shimukrain, и приборы Waters американские –